часть налоговых уведомлений не будет направляться в связи с тем, что налогоплательщики, которые подключены к личному кабинету физического лица, налоговое уведомление не получат. Оно сформировано в электронном виде в самом личном кабинете. Кроме того, уведомление не будет сформировано в случае, если у налогоплательщика есть льгота или у него предусмотрен налоговый вычет.